Здравствуйте, мои дорогие. Мы находимся на Тандемун Дизайн Плаза. Вот такое обтекаемое архитектурное сооружение построили. Очень впечатляющее. Это руины династии Чосон. Очень впечатляюще это все выглядит. Вот так выглядит эта конструкция, архитектурное сооружение. Вот видите, это здание Лотте. Это компания, похожа на Samsung, которая делает очень много чего. И автомобили, и всякие приспособления, технику, все что угодно. Даже строят здания. Очень много торговых залов, торговых комплексов они построили. Тень тени, дефис, дорога. Паровозик. Вот такое вот пространство для дизайнеров здесь в Сеуле. Очень интересное место. Долина роз. Здесь все пространство оформлено знаменитыми дизайнерами. Очень все интересно. Здесь вот такой замечательный мини-скверик. Такой вот прудик с лилиями. Смотрите, какая страняшка в этом зеркале, в стекле.
Да, чудо.